Здравствуйте, дорогие друзья! С первомайскими праздниками вас мы поздравляем! Мир труд май! Надеюсь, вы тоже трудитесь. С воскресеньем! Надеюсь, вы тоже трудитесь, как и мы. А может, отдыхаете? Мы что сделали сегодня? Сегодня Рома сделал две грядки, соорудил. Проверила я чеснок, подудобрила чеснок. Посадили цветы. Что мы еще немножко прибрались. Ну, работы еще много, но ничего страшного, все же не все же за один раз сделать. Сейчас я вам покажу красоту. А еще я вам покажу очень интересное наблюдение. Осталось у меня немножечко редьки. Сейчас посажу ее и вот в пакетике. И редиску еще двух сортов. Плохо видно. Вот. Я сделала себе тут небольшие грядочки. В прошлые выходные Рома вскопал грядки. Мы посеяли здесь лук, лук-сивок. Я уже в кое-каких местах вижу, что он сходит. Ну, без кошачьих лапок и дырочек тоже не обошлось. Но ничего страшного. В лук я хочу посадить немножко морковь. Здесь я пока 4 гряды. Ну, сейчас еще сделаю. У меня 2 вида редиса. Тоже хочу их сегодня посеять. 1 мая. Мир труд май. Пока вот так вот у нас выглядит огород. Чесночок, я покажу вам его чуть позже. Там чесночок вылез. Очень хороший озимый чеснок вылез. Мне прям очень понравился. Ну, все покажу. Все с вами посмотрим. Еще я вам покажу, что случилось. Снег прибил кустарники. Их надо будет тоже как-то реанимировать. Хотя по поводу кустарников, мне сказали, что лучше их убрать, веточку отрезать, укоренить ее, а эти старые убрать, потому что эти большие огромные кусты уже все скушали под собой. В прошлом году я выращивала землянику из семян. Вот прижилась весна и вообще здорово. Я надеюсь попробовать с нее ягодку. Они будут беленькие. Около забора у нас здесь теперь будет колесо, а в нем будут пиончики. По бокам пиончиков мы посадили канны. Сейчас покажу, как огород выглядит. Вон там, конечно, Ром сидит, да? Люди ходят и смотрят на меня чуть с телефоном, шляясь. Ну ладно. Я не тебе говорю. Вот такие грядочки. Две Рома сделал. Одна вот у меня длинная, импровизированная. Ну ничего, останется сделать здесь грядочки под томаты. И хотелось вот поделиться. Смотрите, как сильно полегли все кусты. Нарциссики еще не цветут. И мы переместились к грядке с чесноком. От слизнев посыпала скорлупками. Чего ты ржешь? Хорошо получилось, красиво. Вот это все от слизнев. Клубника большая, на ремонтантная. Забыла, как сорт называется, бабушка мне давала. Вот. Ну, клубника прижилась. Вот. И, кстати, чеснок тоже озимый. Мне моя бабушка давала. И вон такой достаточно хорошенький. В прошлом году мы
Сажали, и был очень плохой чеснок, мелкий. Ну, наверное, скорее всего, уже как это сказать-то, выродился. Так, давайте сейчас я вам вон ту красоту покажу. А сегодня 1 мая, очень много народу. У нас как раз на улицу выходит дорога. Вот чесночок. Грядочка, Рома сделал чуть-чуть побольше. Ну, потом сюда что-нибудь еще досажу. Редиску я сегодня посеяла. Редиска у меня жара будет. Вот. Меня интересует вот эта грядка. В прошлом году была на этой грядке томаты были. Достаточно я ее хорошо удобрила, эту грядку, и она отдала хороший урожай. Я посадила сюда клубнику, ну клубника вот тоже, видите, вся живая, вся хорошенькая. К моему удивлению было, когда я убирала ржавые листья с клубники, я увидела, знаете, что это? Сельдерей. Я была так удивлена. Это морковка. Вот она. Морковка перезимовала. И сельдерей, который одногодка, он тоже перезимовал. А здесь я оставила. Сейчас. Ой, гром шумит. Здесь я оставила мусор. Вылез чеснок. Нечаянно, что ли, выкинула я. Не знаю. Так вот. Так вот, так. Здесь мы с Роминой мамой посадили лук-сивок. Вот, подошла поближе. А тут уже кошечки пооборудовались. А здесь я посадила себе редисочку. Ребятишкам, если они, конечно, будут. Ну вот, где кошечка раскопала, тут видно, что лучок уже начинает потихонечку сходить. Ветер поднялся. Посмотрите, солдатики. Красотульки какие. И вот еще красотушки, солдатушки. Сейчас ближе. Вот они, красотушки, красотулечки. Они ведь, по-моему, луковичные. Их, наверное, сейчас они отцветут, и можно чуть попозже их выкопать и пересадить. Ну, либо с комом земли. Но я пока здесь их оставлю. А вот уже на следующий год, ой, скорее всего, их надо будет отсюда убирать, потому что они здесь ни к селу, ни к городу. Ромин крыжовник. Так вот, достаточно набрал за второе лето. Да, достаточно набрал массы. Так что его можно будет размножить и посадить. А мы в прошлом году попробовали с него несколько плодов. Они такие темно-красные и маленькие. Так что я, скорее всего, отрежу веточку, поставлю ее дома в воду. Я смотрела много обзоров, чтобы размножить. И попробую сделать. Вишню тоже так изрядно положила. Будем смотреть, что уживеет, то оставим. А что нет, придется убирать. Вот это слива. Это слива. А у нас такая небольшая, как терновник. И рядом с ней желтенькая. Но желтенькая, она прям рядом-рядом. Вот. Нужно будет тоже посмотреть, как их пересаживать и пересадить. И нужно вот будет здесь разрядить вот эту вот всю вещь. Потому что она прям что-то очень прям сильно нагнулась. Вот вишенка. Она прям очень сильно полегла. Ну, посмотрим. Вроде бы почки есть.
Вот. А еще жалко яблоньку, она тоже под напором, под снеговым напором она тоже упала. Она была плохенькая. Мы вот уже спиливали с нее в прошлом году. Она у нас треснула от веса яблочек вкусненьких. Вот. А теперь что, придется ее распиливать. Да, Ром? Угу. Жалко. Совсем-то, наверное, ее не будем убирать. Оставим, да, наверное, что не то. Если там что-то живое, посмотрим. Но пока я не вижу на ней что-то такое, чтобы можно было оставить. О, кустик малинки. У нас даже на огороде есть первый урожай. Это петрушка. Она, кстати, тоже почему-то выжила и вылезла. Я ее в прошлом году сажала здесь. Обустроивала себе типа грядку. Но так все травой заросло и не получилось у меня типа грядки. Вот. О, кстати, вот лучок. Надо будет его в землю ткнуть. Интересно. Очень вкусно. Особенно после зимы, когда витаминов очень мало. Окей, заканчиваю. У нас есть еще на задах вот такой вот участочек. Не знаю, он Роме нужен будет или не нужен. Там как пойдет у нас, как пойдут у нас дела. Вот. Если разрешит, то я буду кое-что тут тоже делать. Ну, тоже посажу. Где-нибудь там вон вдали. Это черная смородина. Вот она. Все кусты полегли. Я хочу вот сегодня уже нет. Сегодня я уже устала. Я хочу картоном обложить вот эти кусты. Ну, секатором подчикать немножечко. И разложить картон, чтобы не было вот такого вот безобразия, как с крыжовником. Уж очень мне не хочется, чтобы было так безобразно. Еще есть вот такой замечательный лук. Он тоже уже можно его кушать. Лук-слизун. Его можно употреблять в пищу. Я хочу его размножить. Он как кочечка будет расти. Многолетний лук. Заложить картоном я хочу вот от этой крапивы. Здесь ее мерено-немерено. Здесь надо, не знаю, все выкапывать, выравнивать, выдирать. Вот, это красная смородинка. На ней уже цветочки. У нас, правда, в Нижегородской области заморозки были. Но смотрю, вроде ничего. Вроде все хорошо, веточки. Запах сразу какой, прям прекрасный. Ее надо будет тоже довести до ума. Малина. Малина упала. Какие прекрасные яблони. Только к ним нужно тоже приложить. Забор вон там упал от навеса снега. Потому что снега было очень много. Прям вот все кусты полегли. Сейчас еще погода такая странная. То снег, то тепло. Ну, слава богу, сегодня нам погода позволяет сделать что-то. Да мы и сделали достаточно так для сегодня. Вам мы желаем приятных выходных рабочих, чтобы у вас работа кипела, кипела и кипела. Чтобы было все удачно, чтобы все получилось, чтобы погода была замечательная. А у кого снег или холодно, вот я вам дарю немножко нашего тепла. Хотя у нас не сильно тепло, но я дарю вам немножечко тепла. Всем спасибо за внимание.
Пока-пока и скоро увидимся.